быть выход нового альбома, который мы ждали очень много лет. Ура! Да. Они наши вообще вот. Наше все, это Россия. Тату — это Россия. Они вот как-то вдруг раз и выпустили сразу один за другим, поднялись, собрались силами. Это просто шикарно, шикарный вот плюс большой. Первый альбом ни с чем, конечно, не сравнишь. Это что-то вообще, да, такое. Но сейчас тоже послушаем на уровне. Вот это третий, скажем потом. Юля вообще офигенно, да. При том, что она мать двоих детей, вообще супер. Да. Алена? Лена тоже. Тату, тату, тату. Сколько лет вы сами являетесь фанатом? С 2001-го. 99-го. С 2000-го. Я фанатею где-то сейчас 2 года, но, честно говоря, очень жалею о том, что не начал бы слушать раньше. Ой, как они только выпустились в 2000-м, по-моему. То есть давно любим, ждем, очень надеемся на этот третий альбом. Все фанаты собрались в магазине «Союз» специально для того, чтобы получить свою порцию хорошего настроения и веселых улыбок. Ждем, когда появятся девчонки, чтобы получить свои автографы на дисках. Давай, Ленок, пойдем. Ну что, Рашеру, снова привет. Мы сейчас находимся на наше, собственно, у нас сегодня случилось чудо. Сегодня выходит наш диск, мы все вообще в ожидании, там толпа фанатов, сейчас мы находимся в магазине «Союз», мы, собственно, идем готовиться ко всему этому, сейчас и у нас будет огромная автограф-сессия и фотосессия, в общем, короче, осторожно, лестница. Давайте, ждите нас. Распишитесь, до свидания. Это мне подарили на день рождения. Девочки сделали. Тут еще. О, сейчас, вот так вот. Тут еще лампочки включаются сейчас. Вот. Ого. Вот. Шумней, товарищ. Красиво? Красиво. Вот. Это хендмейд такой? Хендмейд. В том-то и дело, что хендмейд. Это уже не первая ее работа. Да. Здесь ники наших фэнов с форума. Да, то есть тут вот форумцы наши везде. Обычно фанаты же носят майки, там тату написано. А тут мы с фанатами. Прикольно. Еще рисунки какие-то. Посмотрите, какая волка. Просто прелесть. На. А, нет, да? Ты мне дай потом, только чем. Спасибо.
17. Давайте. 15. 3-17. 13 уже забил. На 17 я не реагирую. 15. Ну что, вот наконец закончилась наша автограф-сессия, фото-автограф-сессия. Толпа народу, бесконечные просто улыбки, восторг, радость. Куча альбомов, людей, девушек, мужчин. Даже взрослые, кстати, люди сегодня приходили, женщины и мужчины. Были даже такие интересные экземпляры, которые подходили без альбома, без всего. А что, а альбом есть? Нет, а фотка, фотосортировать хочешь? Не знаю, может, хочу. Что стояло, непонятно. В общем, короче, ребят, спасибо за то, что вы все пришли сегодня на нашу фото-автограф-сессию. Смотрите все. Да, мы очень рады были вас видеть. Сайте на Rush.ru. До встречи.